Они могут поиграть в такую игру по названию «Съедобное или несъедобное». Надо узнать, надо взять закрытыми глазами любой предмет, например, банан. Сначала надо положить в коробку много разных предметов. Да, а потом надо открыть коробку, а потом взять закрытыми глазами один из них. А потом, и угадывать, да, какой это съедобный или несъедобный предмет. Или нет. Если нет съедобный, тогда нельзя его кушать. И если он съедобный, тогда его можно кушать. Ясно. Значит, у меня такая идея. Ты выходишь в другую комнату, а я складываю какие-то предметы в коробку. Потом зову тебя, завязываем тебе глаза, и ты начинаешь брать предметы и угадывать их. Хорошо. Хорошо, беги в другую комнату. Так, в коробку мы наберем каких-нибудь побольше разных предметов. Например, это у нас будет банан, киви, яблоко. Пойдем на детский стол. Возможно, мы возьмем игрушку одну, вторую, третью и так далее. Надо что-то взять посложнее, чтобы он не знал, что это. Так, может быть, змейку. Так, теперь у нас вроде бы недостаточно. Надо еще набрать. Так, уже вроде бы набралось достаточное количество предметов. И зовем Валентина. И вот Валентин уже с завязанными глазами. Я ничего не вижу. Ничего не видишь? А ну мы сейчас проверим. Точно, ничего не видит. Хорошо, открывай коробку. И внутри много разных предметов, которые ты будешь сейчас угадывать. Это яблоко съедобное. Съедобное. 1-0. Давай, все, которые угадаешь, правильно мы положим в крышку от коробки. Которые не угадаешь, будем выкладывать на стол. Мой робот. Но он съедобный или нет? Нет. Уверен, что не съедобный? Уверен. А, хорошо. Где пластмассовый? Тогда откладываем его в сторону. Что? Есть. Есть. Следующее. Подожди секунду. Так, что ты держишь дальше в руках? Помидорку. Помидорку. Это не съедобное? Съедобное. Или... Хорошо. Да нет, оно растение. Дальше. Наконец-то йогурт. Я все знаю. Ну, это... Если в такой коробке, я знаю. Точно? Нет. Хорошо, йогурт у нас несъедобный. Нет, съедобный, конечно. Разве его можно есть? Да, он естся йогуртом. Ложкой. Хорошо, откладываем. Он жирный еще. Откладываем вот сюда. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Моя машинка. Это уж точно съедобное. Нет. Ее можно облизывать, колесики кушать. Нет, одна пластмассовая. Значит, съедобное. Нет, не съедобное. Дальше. Йо-йо. Не съедобная, пластмассовая. Это я знаю, конечно, что. Банана. Банана, как попой говоришь. Да. И еще она съедобная. Это моя змеюка, которую я нашел, не съедобная. Она стеклянная или пластмассовая. Дальше. О, мой, там варпац. Это что такое? Я не знаю. Это трансформер варпац, автобот. Угу. Это значит, карандашик несъедобный. Маленький и кейный.
Угу. Карандашик из Икеи. Да, так, положи это все обратно на крышку. У нас еще там что-то есть. Интересно, что? Да, конечно! Наверное, сразу покушать йогурт. Наверное. Вот именно. Так это как будет у нас считаться? Съедобно или несъедобно? Нет. Оно из металла. Из металла? Но это ложка для того, чтобы есть. Это мой робот тоже. Он мотоцикл. Я сейчас его перемещаю закрытыми глазами. Это очень смешно. Ты можешь с закрытыми глазами уже превращать своего робота? Да. Невероятно. Получился уже робот? Да. Уверен? Уверен. Хорошо. Следующий предмет. Следующий. Кубик, который там есть русские буквы, украинские. Да, всякие разные буквы, чтобы мы изучали. Так, что еще? Еще что-то... киви. Киви. Ну, киви я прямо не знаю. Это... съедобные. Или это такая там птичка кубик. Киви? Съедобный. Ага, кубик был несъедобный, киви. Киви это что у нас? Птичка киви или... Это такой... Еда. Еда. Это фрукт. Мягкий? Да. Пушистый? Да. Значит, съедобный. Ну и осталось что-то у нас на самом дне коробки. Все, коробка пустая. Больше ничего. Осталось... Но это... Это какая-то конфета, она точно, конфета несъедобная, я это точно знаю. Съедобная, да. Да, и ты даже сразу решил ее съесть. Ну как, съедобная? Да, и я знаю, это та, которая у нас есть, та большая. Вкусная? Да. Нравится? Да. Окей, можешь снимать повязку и посмотреть, сколько предметов ты угадал, а сколько нет. Угадал? Все. Отлично, ты выиграл. В награду тебе вкусная конфета. Ну, все. Всем пока. Всем пока.